Приветствую вас, друзья мои! Я очень люблю начинать утро с живописных и красивых мест. Я приехала в район Эур и, конечно же, начну свою прогулку с каскадов. Они работают с 7 утра и до 8 вечера. Последний раз я была здесь в апреле, когда в парке цвела сакура. Сейчас май и время цветения роз, а я не упускаю возможности насладиться этой красотой. Турист, который планирует поездку в Рим, очень редко включает в свою программу квартал Эур. Конечно, в первую очередь всем хочется увидеть фонтан Треви, Пантеон, Алтарь Отечества, площадь Навона, Колизей, прогуляться по району Трастевери и, конечно же, не остается времени на что-то другое. Этот квартал называют не Римский Рим, фашистский Рим, но как его ни назови, это часть Рима и его история. В наше время район Эур считают деловым районом Рима, в котором находится очень много офисов и зданий для проведения конференций. Он является достаточно молодым районом Рима. Его строительство было начато где-то в 1930-х годах для проведения Всемирной выставки, которую планировали открыть в 1942 году, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину фашизма и начало фашистской эры. Строительство проходило под руководством Муссолини, и поэтому этот район называют фашистским. Думаю, для тех, кто любит по-настоящему Рим, будет интересно прогуляться по этому району. Базилика святых Петра и Павла расположена на самой высокой точке района Эур. Монументальная лестница, на вершине которой возвышаются очень большие статуи святых апостолов Петра и Павла. Они находятся на площади перед базиликой. Как я уже говорила, район Эур достаточно молодой, и строительство запланированных здесь зданий было начато в одно и то же время. Строительство базилики началось в 1939 году, через год после ее проектирования, но сразу же замедлилось из-за вступления Италии во Вторую мировую войну. После войны возобновились работы в этом районе только в 50-х годах. Внешне эта базилика хорошо вписывается в архитектуру района, который создал Муссолини. Она находится на таком высоком и удобном месте, что ее можно увидеть со многих смотровых площадок города. А по соседству, по проспекту Святых Петра и Павла, Виале дей Санти Пьетро и Паоло, находится квадратный Колизей. Но мы туда пойдем чуть позже. Я сегодня в рамках Open House войду в квадратный Колизей. Разнообразить свою прогулку по малоизвестному району Рима можно и шопингом по проспекту Европа, который начинается прямо от лестницы базилики. Прогуливаясь по широкому и тенистому проспекту, вы можете побывать во многих интересных магазинах.
А это коляски для наших любимцев. Даже с ними можно войти в магазин. «Ла Нувола» – «Облако» – римский конференц-центр. Конечно, сейчас не совсем удобное освещение, и не видно, что находится внутри. Его интересно рассматривать в вечернее время, когда внутри включают свет. Но могу сказать, что это очень большое и интересное здание. Его открытие было в 2016 году. Вот так оно выглядит внутри, а попасть туда можно в рамках какой-нибудь конференции или ярмарки. А я уже 2 года пропускаю ярмарку книг в этом здании, которая проходит каждый год в начале декабря. Думаю, в следующем году покажу вам внутри это здание. А пока давайте немного прогуляемся по этому району. Палаццо Инайл считается небоскребом в Риме. Его высота 72 метра и 21 этаж. Сегодня это одно из самых высоких зданий в городе. Здесь находятся офисы страховой компании. Здание было построено в 1965 году. Затертый указатель показывает нам, что здесь находится музей римской цивилизации. Но он уже долгое время закрыт, и, по-моему, здесь до сих пор не проводят никаких работ. Это место выглядит заброшенным и грязным. В музейный комплекс входит 2 одинаковых здания с колоннами между ними. На центральной улице района Виа Кристофоро Коломбо находится 45-метровый обелиск. Его называют обелиском Маркони. Обелиск изготовлен из железобетона, и на 92 панелях сцены, изображающие подвиги Гульермо Маркони. Его строительство было начато в 30-х годах, а закончили его к Олимпиаде 60, которая проходила в Риме. Еще одна улица, на которой открывается прекрасный вид. С одной стороны улицы на квадратный Колизей, а с другой – дворец Конгресса. Это еще одно здание, которое было построено для Всемирной выставки 1942 года при Муссолини. Сейчас это идеальное место для любого типа мероприятий. В нем даже проводились состязания по фехтованию и пятиборью на летней Олимпиаде 1960 года. Этот дворец часто открыт для ярмарок, конгрессов, конференций и выставок. Здесь встречаются изобретатели, художники, химики. Прекрасная площадь с фонтанами, а по бокам растут высоченные деревья магнолии. Я возвращаюсь на Виа Кристофоро Коломбо. Белый мрамор и неподвластное времени элегантность зданий придает торжественность и официальность. Заметьте, что весь район выдержан в одном цвете и имеет повсюду огромное множество колоннад. Вроде бы смотрится очень просто, а с другой стороны с размахом и величественно. Я продолжаю вас знакомить с деловым центром Рима, и мы подходим еще к одному зданию, которое называется «Салоне делле Фонтане». Сбоку на здании, на стене, помещен многометровый барельеф, посвященный истории Италии. Как внутри здания, так и снаружи организуют конгрессы, встречи, выставки, показы мод, корпоративные мероприятия. Здесь можно заказать столик, чтобы отпраздновать Новый год или выпить аперитив со шведским столом в вечернее время.
Простой, а в то же время красивый фонтан украшен мозаикой, скромные, но прекрасные колоннады зданий, ухоженный сад и огромные скульптуры. Это здание тоже было спроектировано в 1930-х годах. Особенно красиво здесь вечером, когда включают подсветку. А вот как раз и мозаика, которая находится возле фонтана. Написано, что по мозаике ходить запрещено. Направляясь к квадратному Колизею, я попала на рынок. Но как же это пройти? И к тому же у меня есть еще время. Давайте прогуляемся и здесь. Засахаренные фрукты в огромном ассортименте. Очень люблю рассматривать картины главных достопримечательностей Рима. Это Тринита дей Монти и испанская лестница. Эта улица, если вы узнали, Виа дель Корсо. В буквальном переводе это улица бегов. И тянется она от Пьяцца Венеция к Пьяцце дель Пополо. Фламиниевы ворота и Пьяцца дель Пополо. Через эти ворота в Рим проходили многие знаменитые художники, скульпторы и поэты. Таралли со вкусом лука, острого перчика, классические со вкусом картофеля и финокио. Ну и какой же итальянский рынок без оливок и итальянских сыров? Их здесь огромное множество. Вот такой тип пасты, ушки, я обычно готовлю с брокколи. Сладости. Анчоусы. Ma quando le portate il casco? No, no, stava lì così. Ma voglio vedere che è dentro. La prima volta.
И, конечно же, на итальянских рынках можно встретить большое разнообразие цветов. Оливки, артишоки, баклажаны в масле, маленькая моцарелла и даже моцарелла подкопченая с добавлением трав. Разнообразный хлеб. А это так называемые закрытые пироги, один с зеленью, а другой со осьминожками, оливками и томатным соусом. Прошутто крудо готовят к продаже. А вот так со стороны выглядит выездной итальянский рыночек. Рядом с квадратным Колизеем находится бар «Паломбини». Если вы будете гулять в этом районе, я советую вам попробовать здесь кофе и выпечку. А можно даже предварительно заказать столик для аперитивов. Квадратный Колизей был построен до начала войны, но он всегда пустовал и даже был заброшен. Совсем недавно это здание привлекло внимание руководителей модного дома Фенди своими строгими формами и повторяющими арками древнего Колизея. В 2013 году Фенди объявила всем об аренде квадратного Колизея сроком на 15 лет до 2028 года. 2 года это здание реставрировали и готовили к работе. Сразу же было решено выделить первый этаж для проведения бесплатных выставок, куда может попасть каждый из вас. Но трудно оценить всю масштабность здания, побывав только на первом этаже. Я сегодня покажу квадратный Колизей чуть больше обычного и даже поднимусь наверх. Ежегодно в Риме проходит мероприятие Open House. На протяжении 2 дней римляне и гости столицы могут увидеть более 200 мест, обычно закрытых для посещения. Сюда входят дворцы, министерства, банки, церкви и многое другое. Я уже 2-й год посещаю такие места, а сегодня я в квадратном Колизее. Для тех, кто не видел мое видео в апреле с полным обзором Колизея, я включила сюда маленький кусочек видео, который поможет вам представить, как Колизей выглядит снаружи, а потом мы пойдем внутрь. Офисы нам, конечно, не показывали, но рассказывали, что на 3-м этаже стены заменяют стеклянные плиты. Каждый может видеть, что делают окружающие. На 6-м этаже, на последнем,
работают креативщики и еще 60 дизайнеров. А также в этом здании работают модельеры, швеи и вся цепочка людей, создающие бренд одежды Fendi. Здесь же находится и меховая мастерская. При входе в здание были вывешены несколько изделий из норки, но фотографировать нам их запретили. На лифту мы поднялись на самый верх, и перед нами открылся потрясающий вид на Рим. Базилика святых Петра и Павла, в которой мы были с вами в начале прогулки. Нам очень повезло с погодой, видимость была просто великолепная. Вон там вдалеке дворец конгрессов, мы тоже с вами там были. Потом мы спустились на третий этаж, где находятся офисы со стеклянными стенами, и нам показали, что Колизей внутри пустой. И когда ты находишься на третьем этаже, подняв голову, видишь всю масштабность этого здания. Раньше этого мостика, на котором мы стоим на третьем этаже, не было. Его сделали при ремонте в 2013 году. На каждом этаже здания огромные террасы с прекрасным видом на Рим. Ох, хорошо было бы прогуляться по офисам и фабрике, но будем довольствоваться тем, что показали. И за это огромное спасибо организаторам Open House. А я на этом буду прощаться с вами. Огромное вам спасибо, что досмотрели видео до конца, за ваши лайки и комментарии. До новых видео, друзья!